Еру с пула по максимуму убиваем сегодня. Все, все готовы. Стали на позиционку. Тотем сил природы, шаманы, поставьте кто-нибудь. Все, по готовности докапали. Еру. Смотрите за агро обязательно. Я же на небольшой. За статус. Оглушение. Идти на людей. Третий. Веди. Иди быстрее. Да, это как-то странно, его переводишь по центру первого. Ауди сожрала. Веста, подними ауди. Больше урона в трэш. Да, подайте. Инур похулебала, может отдать? Желаем, да, Инур. И ремперс тоже. Еще больше ДПС. Третий. Да стой, не двигайся, и рано еще. Сейчас скажу, как топать. Вот теперь топай. Все, ману поднимайся. Конец от 4 кустов пролетает магический дэмэдж. Нет. Какая хитя?
Постоянно он должен быть на фуфах. Повышение на танках. Только третий будет. Стой. Только третий. Блять, да куда ты ведешь его? Старик, агро. Я на стане стою. Питос, чё за хер? Подбор, подними это. Пашку хит. Вот вон подними Алди. Я поднял. Да, да. Пашку хит. Пулюпалу залить может кто-нибудь ему? Да ты залейте, походу, Павел Юнера. Тридцать пять секунд и сам прожмусь. Гимн, япончик дай. Третий. Трешит. Стан. Выводи. Танки встанет. Ревность. Поймал. Покажи. Держу. Активнее по трэш. Это буквально последний трэш. Этот убиваем, на следующем не надо уже будет бить. 10 секунд. 5 секунд. Что-то дал. Эти, что так сложно, ребят, съехать по трэшу, когда просят? Если что, говорите каплю по командовать, каплю отдам. Берите для админа. Там он такой. Хорош. Говно. Какой красивый. Блин, он даже не красивый. Как ты пятый? Не знаю, что ты паришься, короче. Когда поворачивал босса, немножко дезориентируюсь, поэтому водил его сбоку. А когда ты говорил третий стак, то был уже четвертый. Да, это я уже увидел потом. Я там другой кипятился. Не понять могу, как Ауди сорвала игра. Придем, нет? Кого ждем? Лазер, я в надежде на тебя. Лех, ну транс можно будет забрать, если никто не паролит? Я в спек ушел. Бля, я не знаю, я ебать этого ДКшку ловили на 30%. Как ебашит.
У нас что, 4 танка было, что? Да. Только сейчас заметим. Там ДК лежит, ДК подняли? Ну, понимаешь, у нас 3 танка, которых нету ДД спека, и есть один танк, который может танчить. Четвертый. Танков понабрали, теперь ДД нужно. Ты сейчас ретрика пойдешь. Ты в ретрика сейчас пойдешь, босс. Бля, звучит как ГП. Че там мелики-то делают? Мазер, у тебя не подлагивает сейчас? Сейчас. Ничего особенного. Да нет. Там лока, башка надо там. Башка нет, лага просил вроде. Иди танч, хватай их, пока то да сё. Им бесполезно, если я на этом боссе сажу в ДЦ. Исповедь, щиток, великое исцеление, исповедь, великое исцеление, блядь, в одного танка. Кто у нас на боссе будет танчить? Я думаю, Лёха и ДК. Куковатый? Куковатый. Ну, пиздец. Ну и что, игра вообще? Говно. Ладно, игра. Это хуйня. Будет стоп. Суть миньончика, который потом появляется. За которых я ГП ловил. Вот такого. Урон про. Бля, 12 человек на один токен. Кому голова нужна? Дроидовская. Нормальная у вас конкуренция. Да я говорю, бля, 12 человек сидит. Всем какая друидовская. Скажи еще раз всем. Такой голос, такой голос. Какая друидовская. Ну блин, я вообще-то хотел, ну как бы у меня был вариант, мне как бы руки надо было, но я щелкончик затрал. Короче, темыч пролетает, потом дальше идет. Ну, Жануэн. Жануэна нету башки, как я вижу. У него вроде 2 Т5, ему так нахуй не надо. 4 Т5 на собой не играет. Морти. Не, ну почему? Хомяк играет. Похуй на хомяка. Хомяк не аргумент, да? Какой, ну. Вообще показательный. Типа у него в любом случае ДПС так больше, чем в любых других вариантах комп. Ну, на гидросе топ-1 больше. На куле, правда.
Хрен, там 18 тысяч давал, никто, блядь, с ним не сравнивался. Вроде как будто уже 60%, почти не ощущает того, что стаки стабильно начали набирать. Никитос, чё как трение? Он не прибил. Ну, блять, бесовое трение. Как оно может быть? Никитос, ну, тут просто разговоры такие, что на хуйня. Это дурачки какие-то говорят. Хуйня — это трение на всех, кроме хантов. Вот и всем. Не слушайте никого, бля. Привет, говорят. Я вам говорю, что на ханта лучше трени нету, точно. Ханты, ну, ретрики. Секспот 12к давал без трени. А куда она лучше для ретрик? Да, за экспот тема. Давал 22. Трени убрали сразу 13. Стаки что-то... А разница типа 13% мало, что ли, думаешь? КПД трени не считает того, что у нас стабильная АП еще дает. Начал всего 5% давать ДПС, это был писать. Представь метки, а то у меня дон забава. Стаки на ней как-то невероятно долго накапливаются. Я так понял, что ее прожимать это, блядь, только если ты перебегаешь, позицию меняешь, чтобы, блядь, ДПС не потерять. И все. Стаки не надо набирать. А так типа 5 стаков набрал нахуй, и лучше даже не скидывать в пизду, а то она еще полгода будет набирать. Единственный вариант. Это, блядь, либо чешка из плетения у Гера, или чешка Гера из ЗО. Остальное все помойка. Да. Чешка ЗОВ и сплетение, чешка, все. Больше ничего не подходит. Никитос, там стаки раз в 10 секунд набираются по стаку. Да они что-то, блядь, то, что написано, и то, что в реальности, что-то как-то нихуя не совпадает. Типа за 50 секунд получаешь вот полстака. Вот за вот это время, то, что мы... получается, пока гидроса мы переводили с одного места на другое, максимум на нем я видел 4 стака. Это самое большое. Он обновляет. Другой мов становится, переводит. Поэтому они слетали по-любому. Типа, короче, чем ты дольше бьешь в один таргет, тем лучше. Конечно. Просто, да, да, доту кинул свою нахуй, и эту хуйню стакаешь, ебашишь в одну цель. Чисто мутик. Разрешили ТД. Кирс, расставляй метки. При респике стаки не спадают сразу. И бастион можно активировать даже без 5-го звенья. Минутка есть отойти? Да, иди. Тоже отойду тогда. Метки, метки расставь, алло. Я туда релогнусь по фасту. Тебе же сиську дали. Что там, никому слот не нужен? Сиди, домаш. А ты что, тут не лутаешь, что ли, что скажешь? Нет, у меня есть каска. А кому угол вообще каска нужна? Короче, короче, меня интересует, жирный персик брать будешь? Голову. И нож. У меня есть. Да, есть? Окей. Да, нож. Жанна, у тебя есть каска? Нож. Нож. Даже не слышу. Во все куски есть, кроме грудака. Так, он... Никому не надо, да? Башка. Там не нужно. Женьку, походу, нужно.
про Хантовского. Женьку Хантовского надо? Нет, я не слышал по какому. Кипиш у каждого за свой кусок. Нет. Я прогнали, как делать. Какому Женьку вы говорите, про какого? Так, забей. Нашему Женьку не нужно, это главное. Ради Христа. Неверующий. Кот, это вообще это опять хуйня, на которую можешь даже не думать. Ну почему? Слушай, я сегодня медведя в Т5 встретил. В 4 медведь в Т5 это нихуя. Смысл, он ебашил 14 косарей в соло тарге. Я охуел. Я знаю. Че, евреев встретил, что ли? Да, 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 евреев. Ебать, он отмороженный вообще. Чисто топ-2 рекаунта, нахуй, и танк. Я вообще удивлен был. Самый пиздец, когда ты на вальках его обогнать не можешь в ретрике. Я попросил метки расставить. Кирс отошел тоже. Ты сколько в ретрике в столб даешь? Расставь метки. В столб где-то 13. То я? А. Это ты преувеличиваешь, по-моему. 12.5-13, это максимум. Мы еще с Фанзари недавно тестили. На 500 урона меньше давал. Мозер, расставь метки. Ставлю же, что ты? Ты не видишь. Так, короче, по это. По мили зоне. Эрнест, череп, крестик, драгонс. Этот квадрат. Кладбон. Луна. Ауди. Фрэнсис. Трусы. Тимыч. Ромбик. Дальше РДД зона. Локи. В трусах. Старик. В луне. Квадрать Женуэн. Крестик. Римперсик. Ванвест. Череп. Дальше. Кирс. Трусы. Япончик. Луна. Даркис. Квадрат. Враска. Череп. И крестик. Крестик, крестик. Китос. Дальше по танкам. Сковаты. Ты на трэше. Вторая фаза. Будешь гвардейцев ловить. ДКшка, кайте, шейте. Угу. Сейчас, секунду. Замена будет еще. ДКшка, кайте, странников. Так. Вместо враски. Враски. Выходишь из 100, Ваха зайдет. Так, дальше это по поводу хилов. Холли Пал, твои трусы стоишь здесь, хилишь суковатого в приоритете, плюс тех, кто находится в трусах. Дальше Мозер, твоя луна. Твоя луна. Старик на этой стороне тотем от природы. Дальше Женек. Квадрат. Там от тебя тотем на природу.
у Нарцисия крестик и рестор шаман череп. Второй. Вага в дискорд зашел? В нем. А, Вага, этот. Станешь череп, будешь череп, если. Нахуй ты мне линкуешь, что хуйти? Все в чест закинул. Раунд. Чё? Тебя в чест закинул. Кого? Тебя. Да вроде нет. Я лагаю, в смысле, не нажимаю кнопку. Фрэнсис, готов? Да. Мясо. Готов во второй фазе без сапротов, тысяч. Мясо, дайте мясо. Стояла рыба, сейчас поставлю еще. Ну ладно, про мясо. Делорус, ты бегаешь, короче, где хочешь там. Сапрот может подогнать кто? Дракон. 180. Где тебя найти? Крестик. Так. В принципе, все. В принципе, все. Первая фаза метку выносим. Бываю. Лех. Что? А это. Я тотем природы женек, а. Третий шам не ставит? Ставит. Блять, все пусть ставят. Один на хас поставит. Все ставят. Что? Пусть один на хас поставит. Тогда пускай женек ставит на хас, вы вдвоем ставите. На природу. Хорошо. Женек только в центре поставь, пожалуйста. Не забываем диспелить каску по ханту дайте. Где он стоит? В череп? Даю проверку. Кулак друида. Римперси готов? Да. Все готовы. ДКшка, ты на первой фазе танчишь, босс. По готовности, гуляй. В центре держи. Постоянная ЛПшка, смотрите, там станы. Идите за огород. Она постоянно убегать будет, разверни ее. Сказал же, блядь, смотрите за огород. Ну я. Первый кандидат на тысячу. Че подними. Даркест там раскол. Даркест раскол в кадр. Бля, Женёк, где-то ты на хаста? Четыре процента.
раза. Все, разошлись по меткам, вниз туда никто не спускается. Смотрите, чтобы вас прохиливали хилы. Женек сам себя дебил. Хилить себя не можешь. Бафы дайте по шаману. Зеленым быстрый анонс. Гвардия 4. Крестик зеленый. Зеленый крест. Вечи зеленого. Звездочки кидай. Странник в луне. Вижу. РДД по страннику. Потом странника убьете по гвардейцу. Квадрат зеленый. Повато полипал под. Квадрат зеленого быстрее, ребят. Поднимаю. Сильнее. Даркиса кидай. Хил. Странник череп. Странника забери. Кто там стоит на хиле? Зеленые трусы. Трусы зеленые. На хил рейду. Звездочку. Звезде. Странника добейте. Потом по гвардейцам заедьте, по гвардейцам. Зеленая луна. Зеленая луна. Ты быстрее. Там и этот странник страйдер идет. Не успели, да? Добейте, добейте, добейте. Добили, нет? Да-да-да. Че, убиваем гвардейцев? Странник, в первую очередь, как бы, да. Гвардеец. Гвардеец. Тарли подобивается. Этик зеленый. Зеленый, есть. А че, как мало РДД по гвардейцам вообще играет? Есть их зеленый, народ. Че его никто так не бьет? Я один не бью. Странник из черепа. Пропал. Кто там, блядь, крестик стоит? Че вы, блядь, один, одна сова? Вдвоем, я там ретриком снес. Ахил уже не... Странник. Гвардеец. Суковато есть прожимка? Как вы дайте на него? Если есть что-нибудь, прожмись.
Зеленый квадрат. Че, я ману резну? Убрать быстро зеленого, последний зеленый. Ренуэн прохилит. Пропал. Блять, зеленого не можете убить. Почему вся, блять, весь рейд на одной стороне, блять? Где, блять, в этих трусах, блять? Где в ромбике, блять, люди вообще? По меткам, блять, своим станьте все. Странно. Странно. Инвеста фанта поднять. Зеленый крест. Крест убьем зеленым. Быстрее. Что, кот, кот, блядь, что ты тут стоишь? Кладбон, зеленый вон идет, блядь. Бей зеленого, блядь. Так, а кому? Кому-нибудь передавай. Вернись назад, Кладбон. Кладбон, блядь, вернись назад. Это Д, странник. Лага. Везде можно. Лага, передай. Иннер есть, залейте хули полу, Иннер. Открыл. Да. Перефазы. Гвардейцев доливаем. Гвардейцев долейте. Залейте хули полу, Иннер, блять, или проебу танка, нахуй. Этого. Второго проебали. Забери декана все. Ага. Блять, не разворачивай только, пожалуйста, гвардейцы, лежи прям так. Ты серьезно? Ну, блин, развернул мою сторону. Симыч, блять, поднимай кладбона, кладбон, блять, этот. Я. Отведи к краю. Подхильте, умоляю. Им на ману япончика дай. Ты не сможешь его сталкивать на край? Ну, он хочет за мной. Отдал. Не трогай. Дайте указку, закину. Закину очень. А можете здесь болеть? Прохил меня. Прохил, блядь. Что, рофлите? Инвеста, давай БРП. Я уже подымал Ханта. Все остальное вместе пока лучше не будет. О, БР идет. Не надо таунтить. Блять, пока лужи нету, не таунчишь. Лужи, выйдите. РДД зона, статы. Ваши. Ваш прилет. Женуэн, блять, БР будет. 2 часа, блять, соображать. Прохил. Бафы. Че, геру даем? Какую геру, блять, еще? Рано. Где кулак от холодил? Где лапа? Где лапа? Лужа, мили. Дальше. Все, стой.
сложно. Да. Слышь. Ой, это хуйня баблом снимается. Отключи mm-hmm. микрофон. Так, боже. Брат. Скатов доливайте и лейте. Боже, мили. Таунт, отведи. Прохил. Все, стоит. Сейчас еру. Мили, лужа. Еру даем. Сорян за телефон. Можно сальву подрофтануть? Поднимись, тебе не достать. Ты сдохнешь уже. Мили это уже. Мили. Лужа, РБД. Ешь быстрее. Ауди не вижу. Вижу. 2%. Лужа. Блять. Я не знаю, как мне тут правда. Иди дальше. Так все, он умрет уже сейчас. Блять, он в лужу от мили бегает. Ура, блять. Буга. Утриня. Слава господи, боже. Ебать изи играть за милика. Вы гоните? Как вы тут, блять, умудряетесь не дамажить? Ай, тут на танке так постно играть по сравнению с ДЗшником. Оу, куёвый трейк это. А на кого это трение идет? Ретрик. Я бы потестил. Вот такой все. Ну конечно, говно ему пойдет. Не, ну там крита очень дохуя, типа под прожимку крыльев. Вот я не понял, нахуй Тимыч туда спрыгнул вниз. В смысле, зато можно весь агильный шмот нахуй снять, забиться в силу и поставить. Агильный шмот не будешь снимать. Агильный шмот вот так же, у тебя мили атака была с критом повышена. А это прожимная на время. Ладно, нахуя тебе это 5. У тебя 2 Т5 есть, зачем тебе Т5? Кто? Не, жена. Я спрашиваю жена. А-а-а. А зачем тебе 4 Т5? От жадности уже, от жадности. А может он за меня переживает? Он хочет еще больше ДПС. Нет, там просто Хаймерк сказал, что в 4 кусках более-менее стало вот все совы начали 4 с... Хомяк главное этот. Отлично, можешь вообще забить там, блять, очередь такая большая за ним. Производительцов. Нету даже, типа, по-моему. Производительцов. Это знаешь, это такая то храм такой совиный. И там хомяк. Пока мне кисло не докажет, что 4 Т5 профитнее, блять. Нет. Одна сова его не утонет, да? Ген тебе скажет, сейчас заклею. Так-с. А можно ЕП? Нет. Можно ЕП и пойти нахуй. Там лос в луже слакал, я в стриме смотрел.
Ну, блядь, мне Тимыч удивил, взял, блядь, вниз туда на лестницу. Нахуй ты вниз ходишь? Дай назад, чтоб тебя похилить можно было. Видел, как Даркис слагал с элементалями. Не, я поздно включился, там уже добивали, решил глянуть. А 300 к лужу было на тебе, но...